изо рта вырывают. Here is the third part of interview with Mr. Ruslan Karayev in Sherdognet website. So we've got a couple of questions from user Sparkles. What points does he need to improve on to beat the top guns in K1? Ну, каковы нужны... Что нужно улучшить в твоей технике для того, чтобы достичь лучших результатов в Каолин? Ну, как я уже говорил, самое главное, это мне очень не хватает защиты. So, as I told you before, I need to develop my defense technique and protection my head. И также защиты ног. Also protection of my legs from against low kicks. Просто в прошлом в кикбоксинге у меня не было такой техники, у нас не было ударов low kick. In kickboxing I did not have experience with low kicks, so I don't know what is this system of protection from low kicks. Буду работать над этим, постараюсь добиться лучших результатов. I will work on developing my defense system. И следующий вопрос. What does he think of the behavior of Badr Hari in K1? And what is his opinion on the incident with Bonjansky in the final 2008? Соответственно, что вы думаете о поведении Badr Hari в К1? И каково ваше мнение о инциденте с Bonjansky в финале 2008 года? Во-первых, как я говорил уже, К1 это... В смысле шоу. So as I told you before, K1 is actually this is show. Такие люди как Badr Hari, которые устраивают подобные инциденты, в принципе, очень нужны. The guys like Badr Hari, we really need in this show. Take part in this show. Тем самым он показывает еще свою невоспитанность. Он, мне кажется, не совсем воспитанным молодым человеком. And Badr Hari demonstrates his bad behavior. Да, невоспитанность и не совсем относится с уважением к бойцам. And he is not respects to any fighters. Да, и в этом я как бы считаю, что он не прав. So I think he's wrong doing this. Да, то, что касается боя, уже был вопрос? Нет, про Бонецкий он сейчас как раз. Вопрос был? Да. Да, ну, что касается конкретно боя с Бонецким, то... As for incident with Bonjansky in the final 2008... Его поведение могу объяснить так, что он I can explain his behavior. Уже был беспомощным. В этом бою. Because he was sick. В том смысле, что он думал, что он вряд ли его выиграет. And he already thought that he will not win this battle. В принципе, в первом раунде Бонянский сделал свою работу, он подправил его в нокдаун. In the third part of this battle. Да, и он очень опытный боец. Because of he is very experienced fighter. И он также имеет очень хорошую защиту. He has perfect techniques of defense. Я думаю, Badr Hari было очень тяжело было с ним поговорить этот бой и победить его, и поэтому с помощью он решил пойти. And I think that Badr Hari realized that Bonjansky is a serious competitor, and it is very difficult to win. So that's why I can explain his behavior like that. Опять-таки огромный ему минус. And I think he this is not his strong point. I think this is weak point for him. Okay. Спасибо. User Villa Center would like to ask, what does he think about K1 adding another weight class between Max and HW for guys like him, Corbett, Spawn, Leco, etc. Не могу представить. Сейчас на слух тоже не смогу, но по-моему имеется в виду, что он думает о введении нового класса для
бойцов типа вот, Руслана, Тайрона Спонга и прочих-прочих бойцов. Просто как Андрея? Да, то есть... Я хочу сейчас посмотреть это.